Унифицировать правила рыболовства по всей Волге как для промышленников, так и для любителей. Такую задачу поставил заместитель министра сельского хозяйства России на прошедшем в Самаре совещании по перспективам развития рыбохозяйственного комплекса. С практикой, когда правила лова разнятся от региона к региону, пора заканчивать, решили участники совещания. Необходимо отрегулировать донный промысел, вопросы, связанные с использованием тралов, ловли рыбы в нерестовый период. Новые правила коснутся и охраны водных биоресурсов. За основу будет взят принцип щадящего Волгу промышленного вылова рыбы. Конечно же, это вопрос, связанный с регулированием орудий промысла для любительского рыболовства, то, что было сейчас уже на совещании поднято. К сожалению, до этого мы этих проблем не слышали, и, конечно, они должны быть решены, потому что они помогут сделать любительское рыболовство, во-первых, более доступным, а во-вторых, конечно, отсечь вот браконьеров от нормальных рыбаков-любителей.